несмотря на наличие знаний, на наличие умений, все равно нужна техническая база для съемки. Нужна студия, нужны модели, нужны другие преподаватели, нужны мастер-классы от более опытных людей, которые имеют узкую специализацию. Для этого нужна студия Абели, для этого нужна школа Абели. Великолепное оборудование, великолепный подбор моделей. Когда вы общаетесь не только с преподавателем, но и друг с другом. Когда вы можете посмотреть, когда вы можете спросить, а как у тебя получилось вот так или вот так. Ну, собственно говоря, для этого и служит школа. В принципе, школа — это не столько обучение, это не парта и не ручка. Это общение, передача живого опыта, вот, живых знаний. Приходите.